Новое здание отделения дневного пребывания для инвалидов Ленинского района теперь находится на Урицкого 125. Условия созданы особые. Помимо того, что расширилась площадь помещения, выросли и возможности постояльцев. По всему периметру безбарьерная среда. Начиная от пандуса на входе, заканчивая санузлом, который приспособлен для всех категорий людей с инвалидностью. Здесь у нас созданы условия, небольшая кухонька, где ребята смогут сами себя обслуживать, разогреть обед, допустим, либо приготовить себе чай, какие-то элементарные такие бытовые вещи, сами накрыть себе на стол, сами убрать, помыть за собой посуду. Для удобства постоянных посетителей, которые проводят в отделении большую часть времени, есть и стиральная машина. На выбор здесь действуют спортивные, театральные и творческие секции. Теперь в новом здании появились и две мастерские – швейная и трудовая. Плюс ребята обучаются компьютерной грамотности и пробуют себя в играх на логику и мышление. Они сегодня уже не закрыты в своих домах, квартирах, даже колясочники. Они приходят сюда, общаются, реализовывают себя. Ну вот. И вот мы даже на фоне вот этих работ, ребят, которые очень много делают своими руками. И я думаю, что каждый из них чувствует себя достаточно полноценным членом нашего общества. Это очень важно. Ежедневно отделение посещают 25 человек. В основном это люди с психофизическими отклонениями. Специалисты отмечают, как показывает практика, благодаря таким занятиям у ребят с особенностями есть динамика развития, а значит, усилия не напрасны. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.